Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам связать вот такую фантастическую игрушку Бэби Йода. Это цельно вязаная игрушка. Отдельно вяжутся ушки, но по ходу, вот как вывязываем туловище, ножки, ручки, ушки ввязываем, так что здесь нет никаких пришивных деталей. Вот такая симпатичная игрушечка. Вязать ее легко, просто по сантиметрам. Игрушка 9 сантиметров. Вот такой симпатичный малыш. Давайте с вами свяжем. Сначала свяжем ушки, берем зеленую пряжу и набираем цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем соединительный столбик 1. В следующую воздушную второй соединительный столбик. Теперь столбик без накида. Полустолбик с накидом 1, полустолбик с накидом 2, в последнюю воздушную петлю ввязываем 3 столбика без накида. И третий. Сделали накид. Провязываем полустолбик с накидом 1, полустолбик с накидом 2, столбик без накида и 2 соединительных столбика 1 и 2. Вот два. Взяли ножницы, отрезали ниточку. Вот получается такое ушко. Этот хвостик будем прятать. Второе точно такое же свяжете самостоятельно. Для Бэби Йоды я буду использовать зеленую коричневую пряжу. Это плюшевая пряжа в 100 граммах 120 метров и крючок 4 миллиметра. Начинаем вязать коричневой пряжей, делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду 8 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Во втором ряду 16 столбиков. Третий ряд. Провязываем 1 столбик без накида. Второй довязываем не до конца. Берем зеленую пряжу и завершаем зеленой пряжей. Так как теперь будем вывязывать ножки. Сделали накид на крючок. 1 столбик с накидом не до конца. 2 и 3. Вяжем пышный столбик.
провязываем 3 петельки и оставшиеся 2 завершаем коричневой пряжей. Вот получилась первая ножка. Теперь вяжем 3 столбика коричневой пряжей. 1, 2, 3 не до конца. Берем зеленую пряжу и завершаем зеленой пряжей. Вывязываем вторую ножку. 1 столбик с накидом не до конца. 2 столбик с накидом не до конца. И 3. Теперь 3 петельки провязали, оставшиеся 2 довязываем коричневой пряжей. Вот вывязали вторую ножку. Далее до конца ряда довязываем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот эти 2 хвостика можно связать на 2 узелка. Далее 4, 5 и 6 ряды провязываем по 16 столбиков. По 16 столбиков провязали 4, 5 и 6 ряды. Переходим на 7 ряд. Здесь будем вывязывать ручки. Провязываем 1 столбик без накида, 2 и вот 3 столбик без накида. Да, в этом столбике будем вывязывать ручки. Переходим вот на зеленую пряжу, набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь по цепочке во вторую воздушную петлю вывязываем столбик без накида. 1, в следующую 2, 3, 4 и 5. Провязали 5 столбиков без накида. В этот вот столбик коричневый так в основании делаем соединительную петлю и меняем цвет пряжи на коричневый. Далее по туловищу провязываем 1, 2, 3 столбика. Делаем вот 4 столбик и в нем переходим на зеленую пряжу. Набираем 5 воздушных петель. Можно набирать больше, меньше. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали соединительную в коричневый вот столбик и вывели коричневую пряжу. Вот получились такие ручки. И довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. Немного игрушку наполнила наполнителем и вяжем 8 ряд. Провязываем 2 столбика
1, отделим маркер, 2 и убавка. Ручку убираем, опускаем вот так вниз. И за передние стеночки провязываем убавку. И так вяжем до конца ряда. 2 столбика убавка, и в конце ряда у нас получится 12 столбиков. Теперь коричневую ниточку оставляем вот так спереди, так как не будем выполнять обвязку воротничок, а здесь будем вязать только вот за заднюю стенку. Подхватываем уже зеленую пряжу, провязываем столбик без накида и за заднюю стенку каждого столбика провязываем по прибавке. Вяжем только за заднюю стенку. Вяжем так до конца ряда, и в конце ряда получится 24 столбика. Далее 10 и 11 ряды провязываем по 24 столбика, а потом вернемся и сделаем обвязку. Провяжите эти два ряда самостоятельно. Вот зеленой пряжей провязали 10 и 11 ряд. Теперь возвращаемся к воротничку, разворачиваем игрушку вот таким образом. И за вот эти передние стенки заводим крючок, сделаем так воздушную петлю для подъема, чтобы было удобнее вязать. И в каждую петельку провязываем по прибавке. Так, вяжем по 2 столбика. Если вам кажется, что это слишком густо, то можно вязать вот один столбик. За следующий провязываем прибавку. И так вяжем до конца ряда. 1 и прибавка. Теперь вяжем 12 ряд. В этом ряду будем ввязывать ушки. Провязываем 1 столбик. 2, 3. Теперь берем ушко, там где были соединительные столбики, вот они будут здесь на кончике, а там где оставила вот хвостики, были 3 столбика без накида в одну петельку, их будем ввязывать. И вот за вот эти крайние петелечки, за две стороны вводим крючок вот так, вот вроде как сложили ушко пополам, и вывязываем 4-й столбик. Этот хвостик будет внутри. И вот так получается будет смотреться ушко. Далее вяжем по голове 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, и вот там где 9 столбик провязали 8 столбиков, и в 9 будем привязывать ушко. Тоже берем вот так ушко,
Захватываем вот за крайние два столбика, только изнаночная вот сторона у меня. Этот хвостик будем ввязывать вовнутрь и провязываем столбик. Вот привязали ушко и довязываем до конца ряда столбики без накида. И вот так смотрится игрушка уже вязаными ушками. Теперь вяжем 13 ряд. Здесь провязываем 2 столбика, 1, 2, и далее убавка. Так вяжем до конца ряда, всего таких 6 повторений, и в конце 13 ряда 18 столбиков. Я вставила глазки, они у меня 10 миллиметров, располагаются в 12 ряду, и между глазками где-то 3 столбика, может 4, там смотрите уже по своему усмотрению. И теперь вяжем 14 ряд. В этом ряду провязываем 1 столбик убавка. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда получится 12 столбиков. Также берем наполнитель и наполняем наполнителем. Вяжем последний 15 ряд. Здесь провязываем 6 убавлений подряд, и в конце ряда получится 6 столбиков. Теперь сверху спрячем эту дырочку за передние стенки каждого столбика. Так прошиваем. И затягиваем ниточку. Всю ниточку вкалываем в середину и выводим сбоку, отрезаем нить. Вот так. Какой дырочки нет. И вот я вышила носик плюшевой пряжей. Пряжей джинс Ярнард черный вышила ротик и бровки. И получилась такая вот симпатичная игрушка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!